Добрый день, дорогие друзья. Я хочу пригласить вас на необычное мероприятие. 24 мая в «Известия холле» пройдет читка новой пьесы театра «Квартеты». Спектакль по этой пьесе выйдет только в октябре, а вы сможете послушать именно читку пьесы. Потому что у пьесы еще нет названия, у вас будет возможность сделать свое предложение по итогам того, что вы услышите. В случае, если авторы согласятся с вашим предложением, ваше имя будет увековечено в программке. Вся выручка, которую мы получим за этот вечер, пойдет на целевые программы фонда «Бюро добрых дел», предназначенные для 3 детских домов-интернатов в Саратовской области. Приходите. Это вещь такая уникальная, это не спектакль, и это не концерт, это просто вот читка пьесы. 24 мая, «Известия холл». Ждем вас.